5 августа в Беларуси стартовали вторые игры стран СНГ. Брест принимает участников гандбольных состязаний и соревнования по плаванию. Много гостей – спортсменов, тренерский состав, болельщики. И, конечно, наши корреспонденты поинтересовались о сложившемся у них впечатлении о пограничном городе и о городе спортивном. Если говорить о Бресте, чистота, порядок, уют. Наверное, я вот этими тремя словами сказал все. Такое ощущение, что я приехал к своим братьям и сестрам, и правда. Или, наверное, вернулся в СССР. Да, и такое тоже есть. То есть в то время я вернулся в семью, как к своим братьям, да, и меня встречают как человека, который очень близок. Вот как-то так. Эмоции вообще прекрасные. Побывали на Брестской крепости, на улице Фонарей, ну много что обошли. Эмоции только положительные и теплые. Прекрасный город. Приняли просто шикарно. Мы даже не ожидали, вышли с поезда, и, ну, неожиданно было, неожиданно приятно. Ну, о Бресте всегда, сколько мы здесь не проводим какие-либо мероприятия, всегда только самое положительное впечатление. Уже не раз отмечал о том, что здесь работает команда профессионалов по всем направлениям. Вот, которые в свое время организовывали мероприятия самого высокого уровня, Лига чемпионов, всех лига. Мы, как федерация, периодически проводим здесь самые крупные наши мероприятия, которые мы проводим. Там, финал 4 кубков, суперкубки, поэтому здесь с точки зрения организационных аспектов никаких ни проблем, ни вопросов абсолютно не было. В плане подготовки все на самом высшем уровне. Потрясающий город, потрясающая атмосфера, потрясающий турнир, замечательные люди. От соревнования очень отлично. Мы заняли 3-е место. Ну, мы рады хотя бы 3-е место. Я хочу сказать, что не первый раз в Беларуси. А вот в Бресте, да, действительно, здесь два вида спорта, плавание и гандбол. Я как руководитель очень высоко оцениваю, что этот каждому внимание там отдельно, там каждая команда, каждую. Участники тоже много. Ну, каждому очень хорошие условия создана, в гостиничном условии тоже. Вот, экскурсии тоже организованы. Экскурсии сделали по Брестским крепости. Мы вчера в Белорусской пуши ездили. Очень приятно, потому что я в своей жизни не видел. Там очень интересно. Мы были в очень приятном шоке, потому что нас встретил оркестр, девушки в национальных костюмах с караваем. Это было безумно приятно, и мы не ожидали такой теплой встречи. У нас была экскурсия по улицам основные улицы этого города. Мы успели побывать, когда зажигали фонари. Вот, это был незабываемый момент, и мы первый раз такое видели, поэтому были приятно в шоке еще раз. Это одна из лучших площадок в Беларуси. Соответственно, традиционно чемпион Беларуси, кому не принимать это первенство? Только, на мой взгляд, Бресту. Это абсолютно здорово и хорошо.